Поздравить сотрудников многофункционального центра с первым днем рождения пришли гости из Пенсионного фонда, налоговой инспекции, социальной защиты населения граждан. Они поблагодарили коллег за оперативность и сотрудничество. Управляющий филиалом многофункционального центра отметила работников, которые достигли успехов за 12 месяцев функционирования центра. 30 декабря исполняется ровно год с открытия филиала Республиканского государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Нефтекамск. За этот год можно подвести определенные итоги. Если мы начинали прием заявителей до 10 человек в день, то на сегодняшний день через МФЦ уже проходит свыше 350 заявителей. Наиболее востребованными обращениями нефтекамцев в многофункциональный центр являются услуги по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок. Эта цифра составляет свыше 60% от общего числа оказанных услуг в учреждении. Также нефтекамцы просят предоставить справки из миграционной службы, налоговой инспекции, пенсионного фонда, социальной защиты населения граждан, Росреестра. Мне хотелось бы сегодня в этот знаменательный наш день, на маленький день рождения, пожелать всем нашим специалистам первой категории нашего многофункционального центра, это прежде всего здоровье, удачи, творческого роста. На сегодняшний день специалисты первой категории многофункционального центра с большим рвением относятся к нашей работе, потому что очень много достижений по оказанию государственных и муниципальных услуг. Население, которое приходит к нам, очень довольно, потому что здесь очень комфортабельные условия для оказания. Филиал многофункционального центра города Нефтекамск предоставляет порядка 178 государственных и муниципальных услуг. Только в этом году перечень пополнился новыми видами услуг. Количество годовых составило 144. Зарина Хакимова, Ринат Гимазов, информационная программа «Ежедневник».